встречают по одежке. Эта русская поговорка работает и в ЮАР, ведь традиционный южноафриканский костюм может рассказать о своем обладателе практически все – и возраст, и статус, и семейное положение. Важная часть женского костюма – украшения. Когда мужчина влюбляется в девушку, он дарит ей такие бусы. Если она принимает подарок, значит, с этого момента она занята. Такой яркий аксессуар – своего рода знак для всех остальных мужчин. Руки прочь. Это женский костюм народа свати. С востока ЮАР он приехал в Москву на выставку «Зажигательная Африка. Традиционные мотивы в моде и дизайне». На площадке музея декоративно-прикладного и народного искусства представлены более 30 нарядов. Здесь и национальные костюмы, и современные дизайнерские модели. Это современный южноафриканский свадебный наряд, но в нем есть все элементы народного платья. В традиционном костюме очень много важных деталей, и мы поддерживаем молодых дизайнеров, которые хотят делать платья в соответствии с нашими древними традициями, но при этом работают в новых модных течениях. Одна из самых многочисленных народностей ЮАР – народность коса. Их традиционный костюм отличается от нарядов других южноафриканских культур. В одежде используют только два цвета – белый и черный. Дополняют образ украшения из голубого и розового бисера. У девушек – головные уборы. На голове у нее сложным узлом завязаны два платка, как бы мы сказали. Это вытянутые узкие куски ткани, которые завязаны определенным образом. Вот этот конкретный узел означает, что перед нами представительница состоятельного рода. На выставке «Зажигательная Африка» не только наряды, но и дизайнерские предметы интерьера. Эти экспонаты – лауреаты ежегодного конкурса «Самые красивые предметы Южной Африки». Это глубокое изучение молодежью Южной Африки традиций и технологий, известных с испокон века. Это еще и фантазия, это специальные новые проекты, которые конкурс проектов прошел по всей стране у них. И нам привезли победителей. Выставка в Москве продолжает успешную программу «Сезоны культуры России-ЮАР», которая стартовала в 2016 году. В Южной Африке сезоны культуры – это возможность поделиться с Россией своими открытиями и уникальными достижениями в области культуры. Главная задача сезонов культуры – укрепить отношения между людьми, между государствами, развивать культурный обмен и усиливать связи в области туризма. Московская выставка проходит при поддержке посольства Южной Африки в России и Департамента культуры, спорта и отдыха южноафриканской провинции Мпумаланга. Это очень важный проект, потому что когда есть такой диалог между двумя странами, тогда и правительствам этих стран проще сотрудничать. Культура – незаменимый механизм нашей коммуникации. Современные южноафриканские дизайнеры не просто делают одежду и аксессуары. Они помогают улучшить качество жизни в своей стране. Развивая индустрию моды, в ЮАР создают новые рабочие места и дают молодежи возможность начать свой собственный бизнес.